Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film DB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Тайны Смолвиля 2001 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Человек из стали 2013 года. Кларк Кент Кал-Эл – молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон. И теперь задается вопросом – зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает – обладать сверхспособностями значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? «Я. Четвертый» 2011 года. Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле один из последних выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом. В маленьком городке Вагая Джон встретил свою любовь. Теперь ему предстоит открыть себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать свое удивительное предназначение. «Плохие» – сериал 2009 года. Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон выполняют общественные работы за совершение мелких преступлений. Они не друзья. Более того, у них нет ничего общего. В группе постоянно происходят конфликты, споры и драки. Но в удивительный день, во время сильного шторма, сильная молния делает из них супергероев и наделяет их сверхвозможностями. Они понятия не имеют, что делать с этими сверхвозможностями. Более того, никто из них не рад своей новой силе, потому что она раскрывает их самые глубокие комплексы и тайны, которые бы они не хотели выставлять на показ. «Герои» – сериал 2006 года. Когда полное затмение погружает планету во тьму, профессор-генетик в Индии, взволнованный исчезновением отца, открывает секретную теорию о людях со сверхсилой, живущих среди нас. Молодой мечтатель пытается убедить своего брата-политика в том, что может летать. Участница команды школьной поддержки узнает, что ей невозможно нанести какую-либо физическую травму. Онлайн-стриптизерша из Лас-Вегаса, изо всех сил старающаяся свести концы с концами, чтобы обеспечить своего юного сына, обнаруживают, что в ее зеркальном отражении скрыта тайна. Всем им предстоит спасти мир от глобального катаклизма. «Возвращение Супермена» 2006 года. Возвратившись на Землю после своего многолетнего и загадочного отсутствия, Супермен обнаруживает, что его заклятый враг Лекс Лютер опять строит ему козни, а его возлюбленная Лоис Лейн вроде бы уже устроила свою личную жизнь. Кроме того, Супермен понимает, что за то время, когда его не было, люди научились прекрасно обходиться и без него. Чтобы защитить мир, который он любит, от катастрофических разрушений, Супермену приходится преодолевать огромные расстояния. Он опускается в океанские глубины и поднимается на космические высоты. «Сверхъестественное» 2005 года. Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!